У завода «Амуркабель» шофер маршрутного такси спровоцировал столкновение, в котором оказались повреждены три автомобиля. Закончив смену, водитель ехал на пляж поужинать. Чтобы попасть туда, нужно было всего-то пересечь улицу Павла Морозова. Задача проще некуда, учитывая не слишком плотный трафик и наличие светофора. Но она 29-летнему приезжему из Средней Азии оказалась не под силу. На помощь попавшему в беду таджику пришли соотечественники, которым мужчина рассказал, что совсем не виноват. У него зеленый пока моргал, он думал успеет приехать, а тут тут белый машина. Белая машина – это Nissan Ti, доехавшая в сторону центра города. Ее водитель только отъезжал от светофора. За доли секунды шофер решил, что избежать аварии поможет увеличение скорости, а не торможение. Отчасти это было так. Тронулся он в меня. Я чуть газка попу ему подставил, меня на 360, и вот, пожалуйста. Ну, у вас пассажиров не было? Нет, слава богу. Сам пристегнут, шишка на голове и все. Третий участник, водитель Nissan X-Trail, предпочел не рассказывать, а показывать. Он предоставил видеозапись своего регистратора. Съемка опровергает слова водителя Hyundai о мигающем зеленом. Он появляется на перекрестке, когда водителю уже горит красный сигнал. Господи! Пострадавших, несмотря на первый достаточно мощный удар, в аварии нет. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Андрей Алферов.